В Иванове снова с рабочим визитом делегации из Сербии. В центре обсуждения – отдых ивановских работников бюджетной сферы в Черногории и Белграде. Гости рассказали о трех комфортабельных гостиницах на берегу моря на 400 мест. Цены вполне демократичные – 1000 рублей в день. Есть даже задумка организовать чартерные рейсы из Иванова к месту отдыха. Так что есть все предпосылки считать, что скоро отдых за границей для ивановцев станет доступным. Наверное, поедет туда наша делегация, изучит все это на местах, изучит эту возможность, посмотрит с точки зрения экономики, чтобы это было бюджетно, достаточно для наших граждан, низкобюджетно, чтобы это было относительно недорого. И мы будем предлагать нашим гражданам переориентироваться с отдыха в Египте и в Турции, все-таки в дружественной нам стране, в Сербии, также в Черногории, отдыхать у наших братьев-славян.